Всем привет! Канал из Москвы в Израиль. Мы начали свое путешествие в Эйлат. Как мы уже говорили в предыдущих своих видео, к нам приехали гости. И мы им показываем Израиль, во всяком случае тот Израиль, который мы знаем сами, который мы успели узнать за год. Сейчас мы находимся в Красном каньоне. У нас есть видео, посмотрите отдельно про этот каньон. Мы показываем, рассказываем и в том числе сделали красивое видео именно по самому каньону, чтобы у вас было представление. Но сегодня мы приехали чуть пораньше по сравнению с предыдущим видео и смогли ощутить более насыщенные краски за счет солнца, за счет всего остального. Вот видите, сзади меня находится, можно вот ярко понять, две скалы. Есть желтая скала, есть красная скала. Вот. А сейчас мы вам покажем еще, есть само ущелье, где получается красивые именно сами стены и все остальное. То есть можно сделать красивое видео, красивые фотографии. А, плюс ко всему, мы находимся вот полчетвертого, но, честно сказать, немножко жарковато. Если бы мы поехали раньше еще, то, наверное, ходить по этому маршруту довольно проблематично. Это первое. Второе. Как мы уже говорили, сам маршрут идет довольно долгий, около 4 часов. То есть он такой круговой, и можно потом подняться на парковку. Вот мы сейчас будем подниматься, тоже это вам заснимем, как мы поднимаемся. Вот. Ну а так, сам каньон по себе очень интересный. То есть если к вам приедут в гости, или вы хотите кому-то что-нибудь показать, и тем более вы едете в Эйлат на машине. Это, кстати, возможно только при условии, что вы путешествуете на машине, потому что, я так понимаю, общественным транспортом сюда добраться проблематично. Вот. Единственное, что наверняка есть экскурсии из самого Эйлата, или, может быть, из Мертвого моря, если вы вдруг решили там отдохнуть. На Мертвом море мы, кстати, тоже будем, так что смотрите видео, будет очень интересно. Все, мы пошли двигаться дальше. Сейчас вам покажем каньон немножечко, а основное видео у нас будет здесь. Вот, и полезем вон туда. Вот, видите, стоит знак, и получается, сама дорожка идет вот так вот, петляет, довольно интересная, живописная. А еще мы видели, там мы сверху его сейчас снимем, камень стоит прямо на самом краю обрыва. И такое ощущение, что он скоро на кого-то грохнется, так что аккуратней, когда будете вылазить. Все, пошли. Этот камень надо мной, так что, а вот это ущелье, по которому как раз и надо двигаться, поэтому аккуратней, надеемся, что этого не случится на нашем времени. И всем привет, мы сегодня празднуем чё? Ай-ай-ай-ай. Чё празднуем? Мой день рождения. Сколько тебе? 12. 12 лет? 12 лет. Когда? Сейчас. А ты где? В Эйлате. Мы в Эйлате. Мы наконец добрались. Да. Ехали 6 часов 20 минут. 16 минут. Да, некоторые не хотели много гулять по каньону. Может, ходи, да. Плохо себя вели. Мы их больше не зовем. Они сами приезжают, правда. Поэтому сейчас мы пойдем переоденемся в номер. Да. И пойдем праздновать день рождения, да? Да. Вот. И поищем подарок, да? Один подарок у нас уже есть какой? Самокат. Что? От дедушки. От дедушки. Хотим, короче, пойти поискать, зайти в торговый центр, ну и, соответственно, погулять по Эйлату по ночному и отпраздновать день рождения в каком-нибудь небольшом ресторанчике. Все. А завтра у нас целый день на пляже. Будем отдых. Кайфовать, да. И, да, дедушка возьмет себе пляжечку. Я возьму. Все. До завтра. Ура!
Мы добрались до Мертвого моря. Да. Виновник торжества рядом со мной. Наш вояж окончен. Мы выдвигаемся в Наарию. Ехать часа 3, наверное. Я не знаю, смотрит меня ли нас Лена. На меня Лена поздравила с днем рождения в Инстаграме. Мне очень приятно. Белова. Белова. Ты вот. Передаешь привет? Да, передаю привет. Единственное, она меня поздравила 25-го. Не, 24-го. Но все равно очень приятно. Слышала Лена Белова? Нам очень приятно, что ты поздравила Платона. На самом деле, да, у нас был день рождения. Мы прекрасно провели. К нам в гости приезжал дедушка. Мы его никак не можем выгнать. Он за нами ходит везде. Мертвое море ему не понравилось. А Айлат понравился. Понравился Айлат? Айлат понравился. Поэтому мы выдвигаемся. Что еще хотели сказать? Нам было очень неожиданно и приятно. В Элате к нам тоже подходил. Или наши подписчики, которые живут в Нетании. Да, к сожалению, мы имена не узнали. Вот, но нам было приятно с ними пообщаться. Тоже здорово, что они переехали, у них тоже все складывается. Поэтому подходите, никаких проблем, пообщаемся, да, с кем уже несколько раз мы общались, с разными людьми, и, может быть, и они нам что-то подсказывали, и мы им что-то подсказывали. Пишите тоже, вы все время пишите, мы, как говорим, кому можем, быстренько отвечаем, кому не можем, отвечаем чуть попозже. Вот. Все, нам очень понравилось, замечательный вояж. Назовем это так. Нам больше всего нравится Мертвое море, скажем. Ну, кому как. Вот, Анюте больше всего нравится Мертвое море. Людей немного, но сейчас будни. Да. Да. Вот, в Элате уже было побольше, конечно, по сравнению с Элатом, который мы были в ноябре. Элат ожил. То есть много всего. И людей много, и отели работают уже, и рестораны, и кафешки. Ну, и про шопинг там. Вот, смотрите, у нас будет видео, отдельно расскажем. Есть интересные моменты. Все, прощаемся с вами. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Ставьте лайки тоже, да. Вот, с днем рождения. Еще раз тебя поздравляем все вместе. Спасибо. Все, мы погнали. Будьте счастливы. Все, всем пока.